Максим попросил сделать позитивное видео. Вот. Сегодня вышла новость. Директора Центрального банка Англии осенила идея создания новой резервной валюты. В двух словах, центральным банкам следует подумать о том, чтобы объединить усилия для создания виртуальной валюты, способной заменить роль доллара в мировой экономике, заявил глава Банка Англии Марк Керни. Центральный банк Англии не только является инвестором в Ripple, но и его клиентом.